Взаимодействие наездника и лошади – залог успешного прохождения соревновательного маршрута. Дарья Болоцкая и ее лошадь по кличке Шафрена успешно преодолели маршрут с высотой препятствий 80 сантиметров и заняли первое место в муниципальных соревнованиях по конкуру «Кубок КСК «Звездный». Чтобы достичь успеха, важно найти общий язык с лошадью и много тренироваться, считает юная участница соревнований. Она меня не подвела, я очень ей горжусь, что у меня такая хорошая, умная лошадь. Перед соревнованиями всадники могли ознакомиться с маршрутом и продумать свои действия. Им предстояло преодолеть полосу из 10 препятствий разного формата. Для начинающих был подготовлен маршрут с высотой препятствий до 20 сантиметров. Для более опытных участников и спортсменов-любителей маршруты от 40 до 130 сантиметров. Соревнования начинаются пока с малых высот, где спортсмены набирают уверенность для того, чтобы взять более высокие дальше величины. По той причине, что на этой площадке не все выступали. И почему начинается с малых высот? Потому что, чтобы конь и спортсмен привыкли к данной площадке. К поворотам, к углам, к высотам, к препятствиям. Даже цвет порой играет роль для лошади, чтобы она не пугалась и потихонечку втягивалась в большую работу. В муниципальных соревнованиях по конкуру Кубок КСК «Звездный» и во втором этапе Кубка Московской области по конкуру свое мастерство, технику, работу в паре продемонстрировали порядка 90 всадников. Победителям и призерам в каждом маршруте вручили кубки и медали, а для их лошадей – наградные розетки. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.